Доигрались. Первый заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном проведении азартных игр. По версии следствия, в марте 2016-го жительница Владимирской области вместе с несколькими ивановцами создала преступную группу и организовала незаконную точку проведения азартных игр. Доход с теневого бизнеса составил почти 5 миллионов рублей. Преступную деятельность удалось остановить сотрудникам ОМВД в мае 2017-го, то есть Игорный дом проработал чуть больше года. В центре города арендовано было помещение, закуплены компьютеры, подключенные к сети интернет, в дальнейшем они были. В самом помещении существовала закодированная система, все было зашифровано, только проверенные люди могли попасть на территорию данного заведения. Уголовный кодекс нам говорит, что наказание за подобный вид преступлений может быть назначено в том числе в виде лишения свободы на срок до 6 лет с большими штрафами. В ближайшее время уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд города Иваново для рассмотрения по существу.